болотистая, да, тут местность? Да тут все засыпано, тут озеро раньше было. А, отсыпанные, короче, участки. Да, да. Тоже вот через дорогу, это раньше, как у меня сосед жил, дивизия стояла, нахуй, он командир дивизии был, блядь. Оттуда землю возили, сюда засыпали, нахуй. А потом дивизию вывели, нахуй, и начали застраиваться военными, потом афганцы, а потом вот эта вот территория, это ФСБ, нахуй. Тут 2500 домов, блядь, она до патриота идет, нахуй. Дело, да? Вот это вот, это, блядь, пиздец, нахуй. Там вначале строились бандюки, блядь. С ФСБшки тут вот место, нахуй. А тут теперь, блядь, это патриот, один ФСБ. Тут 2500 домов, нахуй. Там пиздец, нахуй, там порядки. Там рабочие на улицу вышли, пиздец, нахуй. Увидел, нахуй, сидят, что там. О, Ленька у нас модный парень. Лень, давай подъедь поближе. Очки ему дал, он радостный, гоняет тебе. Вон какой у нас. Парень на приоре. Ну и что, батарея сколько попадила? Парень на приоре, он в наушниках. Ну, давай, дай угла, угла, дай угла. Развернешься, блядь. Приехали сегодня на такси, с этой стороны еще не заходили на территорию, мы, по крайней мере. Сейчас посмотрим, тут виды. Один тут не заходил. Вон, парк все Патриот. Все заходили, я тут не заходил. Поправочка. Поправочка. Вон, пчела. Пчел. Пчел, ты как? Все супер. Все супер? На полдня есть силы. Батареи. Вот заксы в лоб. Мужская операция. И вот здесь рассказано, где братские могилы наших солдат. Вот Ростовская область, Селожский район, хутор Красный Маныч. Братская могила номер 61-175, захоронение 11 человек. И посмотрите, сколько таких братских могил по всей стране. Здесь они будут все отмечены. Некоторые еще не подписаны. Освобождение Белгорода и Харькова. Ростовская область. Освобождение Смоленска. Так оформлено, как гильза снарядов. Ленька ювелира знает кто-нибудь? А вот я знаю, мне посчастливилось. Молодец, Лень, молодец. Красиво получается. Погода сегодня просто сказка. Мы в гостях у сказки. Мы в гостях у сказки. Мне звукорежиссер подсказывает. Сурдопереводчик. Будьте так добры, дайте рамку, пожалуйста. Сейчас дадим рамку вам. Это знаешь, есть сухари, а это воробьи. В срочном порядке перешли на крайний четверик. Здесь надо парапет доделывать. Постелили
благ защиты. Ребята подготавливают желоба. Мы сегодня здесь завершаем наш медный марафон. Что? Все в порядке? Ну бывает, да. Но все тут хорошо сейчас. Тёма откатал сейчас угловую картину блендером. Чик-чик, все подходит. Специалист работает. Продолжаем дальше. Идем с обеда. Сегодня у нас крайний день перед 9 мая. Сейчас там доделаем потихонечку. Я такое мясо забабахал вчера. Нашли тушенку. Такую в банке самодельную. Я это все потушил. В сковородочке с лучком, с морковочкой. Гречу отварили. Обед отличный. Сейчас будем кидать объемы. Дождь льет, но уже не страшно, чуть-чуть осталось. Можно и под дождем поработать. Туча пришла. Погода портится очень сильно. Небо затянуло. Вернулся на то место, где мы начинали. Здесь закинули парапет. Пошли там полностью доделали его. Нам ребята там подготовили. Сейчас вот остается время. Я поставлю вставки угловые. Ребята как раз подготовили мне. Вот, есть две вставки в широкие. Есть одна. Детали мне из картины я сделал. В общем, пока все по-моему.